Приехал командир Халиков применять физическую силу к Юрию. Это не физическая. Уже на помещении. Серьезно, мы физическую силу применяем. Уже на помещении. Допустите моего представителя. Я его защитник. Допустите. В суде будете представлять. Допустите. Не применяйте ко мне силу. Вы кто? Я служебное помещение. Представитесь. Представьтесь. Я уже представил. Кому вы представите? Не применяйте ко мне силу. Вы что делаете? Вы что творите? Что это такое? На основании. Кто это такое? Он мне не представился. Он мне не представился. Почему он меня дергал? Почему мне рюкзак рвал? Кто это такой? Кто вы такой? Кто вы такой? Не трогай меня! Представиться, предъявить законные требования! Представиться, законные требования! Что это такое? Вызовите полицию! Кто это такой? На основании чего физической силы применяется? Выйдите! Представьтесь! Законные требования! Кому вы представились? Законные требования! Лена! Есть ли данное видео? Я по поводу Юрия Евгеньевича Сенчева, который, похоже, был у вас и, похоже, возвращает обратно, правильно? Я защитник его, хотел бы с ним встретиться. А, тут уже защитник приехал. Его сюда везут, да? Да, они сказали, что везут. Просто тут странно какие-то у вас движения. Движения у нас? Ну, туда-сюда я имею в виду. А он не давал свои данные, мы не можем проверить. У нас аппаратура только на ВДНХ. А для чего обратно везут? А обратно везут, потому что, видать, там, я не знаю, сейчас вот с командиром свяжусь, выяснили или нет, повезут его в отдел за неисполнение требований. Так сюда или? Сюда привезут, напишем рапорт, отсюда его повезут в отдел. Тогда я его подожду, хорошо? А у вас там есть комната для ожидания или где мне? Нет, у нас есть только наша комната полиции. Ну, там нет какой-нибудь там стульчика ходит? Нет, для вас постороннего нет. Я не посторонний, вы что? А кто? Ну тут вот защитник его приехал, как бы. Этот защитный прибыл. Вы повидались? Да. Вы хотели что-то сказать? Конечно, поговорить. Да. Ну поговорить. Мы потому что сейчас туда пройдем. Посторонним у нас туда вход. Ну как же я посторонний? А что вы свой? Я буду защищать. Вы даже еще данные нам свои не дали, чтобы защищать кого? Ну, это мой представитель. Рапорт. Он заявляет о защите, наверное, требует юридической помощи, я так понимаю. Тогда в отдел, когда поедете, там будет. Вы отказываете человеку в юридической помощи? Это не наша, как говорится, работа. Мы еще даже не выяснили, что за человек. Секундочку. Проходи, пиши. Секундочку, можете представиться? Я старший сержант Бубнова. Бубнова? Да. А мне туда надо проходить? Можно номер жетона еще раз? 3427. Все? Вот указанный сотрудник полиции отказался меня пропускать в комнату полиции к подзащитному. Он выявил желание юридических и помощи, а она говорит, что сюда на никого постороннего не пропустит. Только в отдел там. Все? Нет, ну что, все, я хочу туда пройти. Нет. Ну, посторонним у нас. Я не посторонний. Запрещен. Мужчина, вы. Я не посторонний. Вы не задержаны. Мы у меня заявление. Задерживаем. У меня заявление, может быть, будет. Какое у вас заявление? Я не знаю, может быть, какое-нибудь найду. Мы вот сейчас разберемся с гражданином, тогда вами займемся. Я хочу, чтобы разбирались при защитнике его. Ну, вот такая херня. Ну, спасибо. Здравствуйте. Трудом добился, чтобы вас допустили сюда. Здравствуйте. Еле-еле. Да прям куда деваться с большим трудом. Присаживайтесь, сидите вон на стуле. Можете уже сесть. Спасибо. Что происходит, объясните. Мы хотим ваши данные выяснить. Фамилия, имя, отчество. Хорошо. Да. А можно мне вклиниться, да? Я немножечко представлю, наверное, интерес его. Хотелось бы вообще узнать причину задержанный статус. Мы его задержали для выяснения личности. То есть задержанный. Статус задержанный. Права есть какие-то у него, наверное?
например, помощью защитника пользуются в том числе, наверное, да? Вот я, есть, конечно. Ну, просто вот товарищ Бубнов. Нет, в данный момент мы хотим выяснить данные личности его. То, что он вы говорит, хорошо, то, что вы хотите, мы это... проверим данные личности. То, что вы хотите, это вы хотите. А у него есть у нас право на защиту. Вот полицейский Бубнов отказал в защите уже разочек. Я так понимаю, что вам удалось ее побороть. Я вам благодарен. Смотрите, задержан на основании каком? Мы хотим личные данные выяснить. То есть вы фамилия, имя, отчество. Хорошо, его. Если сейчас захотите узнать, кто я, вы тоже меня задержите. Я вас правильно понял? Нет, почему? Вот почему вы задержали человека? Нет, почему гражданин находился в алкогольном опьянении? Он шаткой походкой. Оскорблял это кого-то? Не, он не оскорблял. Шаткой походкой он хорошо. Спускался в метрополитен. И? Вот. И из-за этого я обратил внимание. Смотрите, я вижу, что он у него... Но у него была шаткая подходка. Я подошел, представился это. Вид у него оскорбляет? Он отказался бы это. Общественность оскорбляет? Документ. Оскорбляет? Он выглядит не как какой-нибудь бомж, он, мне кажется, выглядит нормально. Я думаю, он навряд ли кричал, матерился. Если вы, конечно, опровергнете, как он себя вел, мне просто интересно. На каком основании? Я не вижу. То есть, я вижу единственное сейчас основание, это вы захотели проверить его фамилию, имя, отчество или что вы хотите еще. У меня было подозрение. На что? Что в алкогольном опьянении, так он вывелся. Алкогольное опьянение – это нарушение? Было шаткое походу. В метрополитене запрещено находиться в алкогольном опьянении. Вообще? А его уже освидетельствовали? Нет еще. Но я хочу вывести его данные, фамилию, имя, отчество. То есть… Мы проверим, выявим его фамилию, имя, отчество, данные, проверим на розыск, все, дальше. А почему ты не даешь? Потому что у тебя праздник? И ты не просто... У меня нет праздника, иначе. Он документов не дает документов. Он просто сам себя задерживает. Все, больше ничего. Я сам себя задерживаю, потому что у меня нет. Фамилия, имя, отчество можете свое сказать? Я же вам до этого сказал. Вы год говорите, 1901 год. 1901 года я рожден. Вам больше 100 лет? Больше. Ну, что, о чем я могу говорить? Уже 6 минут следующего дня, праздник закончился. Да? Так что да, давайте расходимся или просто сейчас сюда... Нет, просто пусть мне фамилию, имя, отчество скажет мужчина. Сейчас я, сейчас я тебе сдам. Претензий нет. Он не в розыске? Нет, что значит нет у меня претензий? Я задержан на несколько часов. Вы задержаны на основании, потому что вы предоставили мне это, данные, как вы знаете. Я хотел вас проверить данные, убедиться, что это ваши данные. Так, и что? И все. И что, проверить вас и отпустили зачем? Бы. И зачем вы меня задерживали? Я теперь не попадаю домой. Зачем нам вот этот вот канитель? Вам и мне. Зачем я вам это? Я вот тоже не понимаю. Потому что он... Я что-то совершил, да? Давай я напишу. А вы даете свои данные? Вы даете свои данные? Нет, одну секундочку. Вы даете свои данные? Одну секундочку. Я даю свои данные только в том случае, если я совершил какое-нибудь правонарушение. Только в этом случае я даю свои данные. Если я должен свои данные дать просто так, то я их давать не буду. Составляйте протокол. И после этого я вам даю не только свои данные, а вам предоставляю паспорт. После того, как вы вот от этого сотрудника, который меня задержал уже на несколько часов, и в связи с чем я не попал домой, только после этого... После того, как он объяснится перед вами, вот вы сейчас передо мной стоите, да, вы участвуете в производстве по делу возбуждения или нет? Если нет, то выходите. Интересно. Это, во-первых, наша комната полиции. И что, вы здесь умеете проводить все? Вы употребляли сегодня? Послушайте, тогда мы будем составлять протокол сейчас о административном правонарушении, нахождении в состоянии обвинения. Сейчас едет наш командир, выпишет протокол, и все дальше действия уже будут по плану. Что я сегодня не употреблял то, что сотруднику полиции показалось, то, что я пьян, ему это показалось. Я хотел убедиться ваше. Так а вы же не дали ему убедиться, вы объяснили. Как я ему там А вы же ничего не даете. Плюну, вы же не даете. Плюну ему в рот, и он поспокоит. А почему это значит плюну ему в рот? А что за такие реплики? Как он убедится действительно? А что значит, вы участвуете в деле производства? А то если нет, выйдите. Девушка, может быть, ваш защитник тоже так же выйдет. Вы такая молодец.
А вы такой тоже молодец. Будьте добры. Даже до сих пор не знаю, как вас зовут и как вам общаться. Это не обязательно. Не обязательно? Замените. Меня вы тоже не знаете. Совсем не обязательно. Замените этого пацана на себя и садитесь сюда. А он вам рапортом передаст то, что он видел. А еще что? Давайте сюда. Давайте вы будете. Я хочу вас видеть ответчиком перед собой потом в последующем. Давайте, выходите, молодой человек, вы меня импонируете, я не хочу, чтобы вы отвечали. Я хочу, чтобы вот эта вот грузная дама отвечала. Давайте меняться местами, а вы рапортом ей передадите. Вы кто? Вы даже старше вон по лычкам. Давайте меняться. Как меняйтесь, вы составляете протокол. Ну мы что, не расходимся, что ли? Нет. Сейчас приедет. Ну хорошо, в чем его нарушение? Вы знаете, мы не бойки, пугаем вам 100 раз объяснять, и ему тоже. Это прекрасное общение под полицейских. Я думал, сегодня уже закончился. Я сказал, праздник закончился. Ну, тут жарко, на самом деле, у вас что-то душно совсем. Я, кстати, помню это помещение, тут у вас... Были уже? Одно... Не я, просто по видео, помните, одного человека били. То есть, да, тут съемка была из камеры. На этой? Да. В чем его заключается правонарушение? Мы не предоставим данные личности. Это правонарушение? Ну вы что? Я сначала должен выяснить его личность, правильно? Чтобы составить на него правонарушение. Так подождите, чтобы... А как я могу? Ну просто на сам на себя могу составить? Так нет, я же спрашиваю, в чем его правонарушение? Вы говорите, он не предоставил документы. Ну я тоже не предоставил, согласны? Вы это зафиксировали. Мое правонарушение заключается в том, что я не предоставил документы. И это очень важно. Что он это подтверждает. Ну, ты, я удивляюсь. Вы действительно пишете рапорт, что... Только в этом. Только в этом же, да? Что он не предоставил вам данные, не документы даже, просто данные. В этом же, да, заключается мое правонарушение? Правильно? Имеет он право узнать, в чем заключается... Вы молчите. В чем он обвиняется? Вы сказали, он задержан. Задержан на основании... какой статьи? Личности. И только на этом. Больше нет. Никаких других оснований нет. Подтвердите или опровергните, пожалуйста. Для выяснения личности. И все. То есть выясните его личность и отпустите. Я вас правильно понял? Сейчас я просто, может быть, его уговорю. Я же не могу. Приедет командир и выяснит. Нет, подождите. Вы сказали, что только на основании этого. Значит, если сейчас выясняем, я с ним просто хочу поговорить, чтобы он назвал. Потому что я не могу без его ведома назвать. Я все-таки представляю его интерес. Вдруг у него какая-то там собственная есть теория неназывания своего имени. Я обычно называю с 6-й попытки. Ну, зачем ее называть, если он ничего не совершал, я не понимаю. Я согласен. Ну смотри, если ты называешь, тебя отпускают. И тогда мы расходимся. Потому что я тоже хочу домой. Мы уже сдали одного. Я бегал, ловил, одного кавказца грузного, который обещал там всем ноги вырвать. Мне сегодня уже надоел. Коллеги с вами, да. Бываем. С юридическим? Нет. С физической точки зрения. Тоже задерживаю. Ну что? Он не называет, даже имени не назвал? Не вообще ничего не назвал, вообще ничего. Вы невнимательны, просто я к нему обращался. Он не назвал, сейчас я вам скажу. А, ну, 901 года, да? Вот. Да, 901 года. Ну, хорошо, в принципе, сохранился, я согласен. Да, но это ровно 7-го 1901 года. А имени нет? Никанор. Теперь... К вам только так обращаться, никак иначе, да? Евлатий Никанор Пугозович. Мы если поговорим, ты не убежу тебя сменить фамилию, например, нет? Ты так и будешь входить под своим настоящим именем, да? Это псевдоним? Ну, я первый раз слышу. Обычно я к нему по-другому обращаюсь. Зачем его на ВДНХ возили, просто я не пойму. Потому что выяснить хотели данные его, но проверили. А почему нет, там? Но здесь у меня в данный момент нет. И не получилось. Я понял, а почему там не получилось? А там почему не получилось? Он отказался. Ну, дайте мне 500 рублей на такси тут напишите. Вам 500 рублей дать? А как же? Не, нет, теперь и мне. А там мне доеду, а и Володя. И сейчас еще просто один подъедет, как минимум. Так, ну что, я не задержан? Мы меньше трех не ходим. Вы там пишите, я пойду покурю и... Не, вы сидите здесь. Пытками. Он задержан, так как не предоставляет данные свои. Вот, я и понял. Для выяснения личности мне нужно выяснить. Я это услышал. И смотрите,
Получается, если я его сейчас заставлю сказать свои данные, то вы... Если я его заставлю, он скажет данные, и он, получается, уже не задержит. Потому что основание, то, что он задержан, потому что он не называет свои данные. Это единственное основание, почему он задержан. Но вы мне скажете его данные. Не, он вам, возможно, пусть сам. Пусть он мне скажет свои данные. Ну, и тогда, он перестанет быть задержанным, не, правильно? Не, ну я проверю его. Не, секундочку, смотрите, меня Антон зовут, я журналист и адвокат. Смотрите, здесь какой момент. Задержание, вы знаете, да, по КОАПу, у нас крайняя мера. Вы хотите сейчас подвергнуть человека крайней мере, что он вам данные не говорит, или что? Это крайняя мера, вы понимаете или нет? Вы читали, что это крайняя мера? Если он ничего не нарушил, говорят. Тем более, что вы говорите, что он ничего не нарушил. Он сейчас, какие действия с человеком проходят? Здесь очень жарко, давайте выделим. Ну, действительно. Здесь комната полиции, здесь нет, условия. Нет, смотрите, мы хотим негатив. Вот человеку жарко, ему сейчас может плохо здесь стать. Мы скоро будем вызывать тогда. Зачем это нужно? Давайте мы вызовем скорую. Нет, давайте мы подышим здесь, выйдем. Зачем? Вместе выйдем. Вы составили... А что, он задержан сейчас или что происходит? Задержан. Какие действия? Задержан для выяснения личности. Для выяснения личности задержан? Да, его личность. Вот данные будут. Для выяснения личности для чего? Ориентировка есть. У нас для выяснения личности есть вот четкие основания, понимаете, статья 13. Да, сейчас справляюсь вас в отдел. Меня в отдел? А зачем? Основания, да, что? Ну, это со своей командиром. Нет, для выяснения личности. А, камера, пожалуйста. 53-051. Не надо, пожалуйста, еще говорите. Может быть, здесь вот такие противоправные действия здесь делать? Может, здесь камера у нас стоят. Камера у нас стоит? Без служебных пользователей в комнатах полиция пришла снимать. Серьезно, запретите меня. Нет, требования? Вы ошибаетесь. Требования. Серьезно требования? По 19-3 мягко хотите повезти? У вас есть основание какое-то? Что они вообще говорят? Что, то есть вы... Данный человек не говорит. А? Может быть, мы... Он скажет, да? Что-то как думаешь? Понимаю. Что происходит, да? Ну, они хотят только узнать его данные, и все. Никаких правонарушений, сержант говорит, нет. А данные-то для чего? Я тоже не понимаю. Просто они сказали, проверить. Что говорят, что какой-то отдел, какие-то начальники тут сопровождают. Я тоже не понимаю. Такой опасный преступник, неужели? Меня на ВДНХ зачем-то возили. Вы знаете? Я вас не задержу. А, вы видите, тогда сюда. Вы не в курсе ничего, идите. Ну, здесь жарко, понимаете, человек, вот, видите. Вы, блин, своим пузом. Ну, Юра. Ой, Никанор. Забыл. А что составляете? Рапорт? Рапорт, что ли? Для чего просто? Дайте моим защитникам знакомиться с этим. Он вообще не составлен. Вы оттуда? Хотя вот составлен. Это не чужой, наверное. Звоним Харьков. Звоним уже. Ну, что? Я в ВДНХ приехал. Я прошу, мы хотели проехать. Непременно. Ну, а сейчас что будет делать? Сейчас что будет делать? В отдел был. Цель какая? В отдел доставления. Я не повезу. Мне такие петрушки нахуй. Согласен. Согласен. Я вот согласен с вами. Нет оснований. Он ничего не нарушил, только проверить его. Ну, проверить, просто данные пусть доставить нам. Я вам тоже не предоставил. Антон вам тоже не предоставил. Вот в чем разница между ним и нами? Он хочет ему дышать, можно выйти? Он оскорбляющим граждан. Он может выйти подышать. Нехорошо чувствует. Может он выйти подышать? Или издеваться будет на человека? Выйти подышать. Пойдем выйти подышать. Увлияйте ситуацию. Человек не очень хорошо себя чувствует. Вы его здесь... Это удерживаете, что ли, я думаю, насилие? Вот здесь подышать можно, он останется. Ну все, какие вопросы тогда? Так постой с ним. Здесь шумно, правда. Нет, не вопрос. Сейчас командир приедет. А что, командир уже 100 раз говорил, дадите мне наручники. Сейчас, зачем? Что было с командиром? А зачем командир? Давайте генералу даже. Командир ничего не видит. Командир ничего не как не можете? Вот я просто, смотрите, мы будем анализировать. Я такой же подчиненный, как вы, да, все. Именно. Я вообще приехал сюда. Я хорошо. Смотрите, вот, я тоже сюда приехал, потому что у меня подзащитный здесь. Да, доверите, задерживайте. Я о чем вам хочу сказать? Вот смотрите, вот ночь, улица, фонарь. У нас время, знаете, сколько уже, да, поздний час. Людям надо домой, все беспокоиться. Это понятно, да. Вы не можете разобраться в своем ведомстве, не можете разобраться, кто за что будет отвечать. Почему не можем с вами? На ВДНХ зачем-то его возили? Сюда возили. Смотри, на ВДНХ его пробивали по купелому. Узнать его личность. Так пробили? Если он, пробили, наверное. Я не возил, понимаете? Зачем тогда еще раз возить сейчас его, если пробили? Нет, сейчас не возить, сейчас приедет старший наш. Понимаете? Вам отдали незаконный приказ. Сейчас приедет старший. Смотрите, лицо... Старший кто он? Чем он отличается? Если он командир отделения. Недостаточно компетенции будет, нет, старшего если. Нет, он командир отделения. Он сейчас приедет,
и, ну, если мы, а кто же данные тогда оплачивает? Смотрите, вот я вас сейчас задерживаю, смотрите, вы сейчас мне говорите, я имею полномочия условно какие-то, я вас задерживаю. Кто будет оплачивать вот, человеку время, что он не знает, не может никуда ехать? Потому что у вас не разбериха, кто это будет оплачивать, скажите. За чьи счет вот этот праздник? Почему его не разбериха? Он не разбериха, потому что будете, мы же ДНК пробивать. Вообще, что случилось? Объясните мне, почему я материально пострадал. Цель вашей остановки. Я просто не знаю, просто не отпустил. Смотрите, мне объяснил тот человек, который задерживал, полицейский, он объяснил, это что... Задерживал? Да. Он объяснил, почему он был задержан. Что мне показалось, что что-то не так, и я решил выяснить, кто это. Я говорю, в чем? Правонарушение какое-то было? Он говорит, нет. Я говорю, основания... Да, основания задержания какие? Потому что я хочу проверить его данные, а он не называет. Вот и все. Это вы как раз, вы должны как раз применить меры как раз к сотруднику. Человека не за что задерживать, а вы его... перед командиром пострадать. Вы понимаете, нет, что мне такая полиция, ну смотрите, ну нет. Логически. Вы спросите, при чем здесь начальник? Здесь должностное лицо, есть полицейский, нет, который должен при... А у каждого должностного лица есть старший. Правильно? Прекрасно. Но мы говорим про каждого. Значит, вы не нужны, значит, только старших нужно оставить. Значит, только майора и оставим, или кто поедет. Зачем вы нужны? День закона держится человек. Меня все прислали, просто оставьте же участие. Я не знаю, сейчас придет человек, что сейчас будет решаться? Понимаете, вот сейчас человек говорит, что он, в принципе, к нему претензий не имеет. Он пишет какой-то рапорт, там, я не знаю, это бумажная волокита, ничего. Вот этот рапорт... Андрюх, пойди сюда, Андрюх. Андрюш. Давайте мы закроем, закончим. Я несколько раз прошел, что-то нарушил человек? Нет, только он хочет узнать данные и все. Ну же это какая-то ерунда. Не, ну. Или сейчас будем придумывать статью ему, конечно. Вот и вот в том-то и дело. Какая статья? Вы сейчас начали. Вот он, вы видите, у него внешний вид. Андрей, как? Ну нормально Андрей. Же выглядит. Хорошо, как скоро он подъедет? Сейчас он с ВДНХ есть. Я уже все равно опоздал. Я домой не попаду. Я буду ночевать. Я тебя к себе возьму. Я тебе возьму, у меня дороже проживание. Я тебе счет выставлю потом. Согласен за 5000 рублей у меня переночевать? Вот все. А у вас паспорт с собой не было? Нет. Я же не должен иметь. У меня вообще сегодня праздник, я десантник. Я ходил сегодня... И видите, даже в фонтане не купался, вот я вижу. Я ходил там сегодня, арбузы отнимал у чурок. Так, не надо лишних слов каких-то. Ментовские машины переворачивали. Ну, Юр, ну, блин, ну, шутки с шутками. Собаки. Не надо. А какое звание ты начальник руководителя? Понимаете? Я просто поражен, вот как бы, вот цель создания полиции, мне казалось, в другом. Я сейчас только видел вот реальных преступлений по пути. Правонарушение, это ж молчу. Ну, говорю, да вот сейчас вот задерживали, говорю, вот так, кавказцы с целой бандой, которые там старушку хотели поломать, и потом это Паша вступился. На него напали, там его порвали. Курточку ему. Вот, шатается человек. Чего ж его Андрей не задерживает, смотрите. Ну, чем он? Документы. Ну, видите, он веселый, такой, добрый. А, вот, все, вон идет, Антон, вон идет. Ну, это добрый человек. Здравствуйте. Вы к нам, наверное? Нет, я к себе, наверное, не к вам. Нет. Не к нам? Нет, не к вам. Это не ваш старший? Извините. Это мой командир. А, ваш командир. Странно себя ведет. Да, закон о полиции обязан. 3359. Да, да. Я к вам обратился. А вот кто? Меня Антон зовут. Господи. Да. Я вам сочувствую. Да. Как вас зовут? Халиков. Как? Халиков моя фамилия. Халиков? Да. А зовут как? Халиков. Ну, обращаться. Халиков. Халиков. В чем проблема у вас? А вот кто будет? Я представитель был. Ну, представитель. Халиков. Нет, мы здесь пишем. Вставай, ничего про Халиков будет. Халиков, ты что? Халиков, приехал командир Халиков, применяет физическую силу к Юрию. Это не физическая. Ну, я видел физическую силу. Вы его физическую? Ну. Почему я должен отсюда выйти? Потому что это служебное помещение. Серьезно, ты ко мне физическую силу применяешь? Служебное помещение, выйдите. Допустите моего представителя. Я его защитник. Допустите, в суде будете представлять. Допустите. Не применяйте ко мне силу. Вы кто? Я служебное помещение. Представитесь, представьтесь. Я уже представил. Кому вы представитесь? Не применяете ко мне силу. Вы что делаете? Вы что творите? Тоже. Что это такое? Сейчас основание. Кто это такое? Он мне не представился. Понимаете? Он мне не представился. Почему он меня дергал? Почему он мне рюкзак рвал?
Кто вы это так? Кто вы такой? Кто вы такой? Не трогай меня! Представиться, предъявить законные требования! Представиться, законные требования! Что это такое? Вызовите полицию! Кто это такой? На основании чего физической силы применяется? Ко мне зачем трогать? Почему я это служебное помещение? Это общественное место! Я заявление написал! Нет! Понятно? Нет! Вот там! Непонятно, не показывай! Там общественное место! Там общественное место, а здесь служебное помещение! Не дергайте меня. Выйдите. Представьтесь. Выйдите. Представьтесь. Я представил. Законное требование. Кому вы представились? Законное требование. Лена. Охренеть. Последняя просто. Работа. И вас предупреждаю. Последний о чем? Если данное видео. Пойдем. Будет руководителю будет руководитель показано. Руководитель будет смотреть. Понял? Будет руководителю показано видео. Понял? Последний день работы. Че ты улыбишься? Охренеть просто. А? И это полиция, да? С ним лучше хорошо ничего не будет. Че? С ним уже ничего хорошего не будет. С таким. Блин, все будет. Вы же почти решили, да? Ребят, где мы, чего мы? Скажи. Мы на Сухаревской. В общем, метро по беспределу приехал Халиков прапорщик. Делает непонятные вещи. Не да, представился. Да, представился после приемных качелей. Да, и, соответственно, непонятные действия происходят сейчас у нас под защитным. Применял физическую силу как к подзащитному Юре, так и к нам. Нас просто силой выволокли из этой комнаты, когда мы подошли к своему доверителю, правильно? Да. Вот так вот. Непонятное действие полицейского. Это, по-моему, преступление совершается за этими дверьми.